Обычная, но фирменная электричка. Сколько стоит электроскутер в Китае? Как мы уже рассматривали в других публикациях, во многих странах, в том числе в Китае, переход на электротранспорт идет очень быстро. Десятки или даже сотни миллионов людей в Китае едут утром на работу на электрических скутерах и велосипедах. Один из популярных видов двухколесной электротехники – это легкие электрические скутеры. В России их можно найти в продаже, но пока они не популярны, хотя цена вполне демократична. Стоит учитывать, что такие скутеры по эргономике рассчитаны все-таки на азиатов, то есть на людей с достаточно компактными масс-габаритными характеристиками. Большинство жителей нашей страны, Европы или США, такие скутеры будут маловаты и некомфортны. Также в Китае они имеют статус велосипедов, то есть они не должны иметь ВИН-номера, и на управление ими не требуется прав. В России статус пока не определен. В Китае чаще покупают фирменную технику известных в Китае брендов. Для примера можно рассмотреть одну из фирменных моделей известного в Китае производителя – Aima, имя которого в своей сфере котируется не хуже, чем, например, Xiaomi в телефонах. Итак, Aima E350. Цена на сегодня в Китае. Например, в известном интернет-магазине JD.com 3299 юаней, что примерно 37600 рублей. Технические характеристики Aima E350. Габаритные размеры. Длина 1580 мм, ширина 655 мм и высота 1015 мм. Колесная база 1075 мм. Мотор фирменный Bosch 350 Вт. Батарея литиевая, фирменная Phaolon 48 Вольт на 20 Ампер-час. Сама по себе батарея съемная, находится под седлом и весит 8 кг, что вполне подъемно. Пробег на одном заряде 57 км. Шины 2,5 на 10. Система распознавания градиента уклона, которая увеличивает мощность при подъеме в гору. Бесключевой доступ и бесключевой старт. USB-разъем, LED-оптика.